Уважаемый господин министр, господин действующий председатель ОБСЕ, коллеги, мы рады вас видеть. Шановний пане міністре, шановний пане урзундуючий приводничонці ОБВЕ, вітаємо сердечно пана і колегу в Москві. Є нам дуже мило. Мы с вами общались не так давно на полях различных международных мероприятий и в свете нынешнего председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сочли целесообразным специально повидаться и обсудить ситуацию, которая в этой организации сложилась, и обсудить те приоритеты, которые польское председательство сформулировало и представило на заседании постоянного совета в январе. Уж неоднократно спотыкались мы с паном министром на разных щитах, но и постановили мы споткаться специально и омовить квестии, связанные с польским приводничеством в ОБУЕ. Те справи, які належало би там підйомити, і що можемо там очікувати від польського приводництва. Ви прийняли бразди правління в ОБСЄ не в лучшее время, звісно ж. В прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ и те цели, которые главы государств перед этой организацией поставили, а именно быть организацией сотрудничества, диалога и достижения компромиссов. Пан прийняв приводництво в нелатвих часах, дуже нелатвих, бо в організації згромадилося дуже проблем, і є об'єктивна потреба вирівняння діяльності цієї організації в цілю поліпшення співпраці і діалогу. Мені кажется, що і в ваших ідеях, которые вы презентовали, заступая на этот пост, и в тех соображениях, которые Россия вместе со своими единомышленниками за последние годы вносила в ОБСЕ, есть рациональное зерно, и мы сегодня постараемся, надеюсь, нам это удастся, найти точки соприкосновения, чтобы помочь нашим польским коллегам достигать позитивных результатов на посту председателя ОБСЕ. То, що пан пропонував, уж бендонс ужондуючим приводничонцем, те ініціативи польські ораз ініціативи російські, які теж мами. Також хотіли б ми то дійсно омовити, ну і єстем переконаний, що знайдемо пункти стичні в тим сенсі і знайдемо якісь цікаві ідеї і помисли. Добро пожаловать ще раз. Сердечно вітаємо, ще раз. Szanowny panie ministrze, szanowny Siergieju Wiktorowiczu, dziękuję za zaproszenie do Moskwy. Moja wizyta związana jest z przewodnictwem Polski w tym roku w OBWE i tej wizycie towarzyszy napięta sytuacja międzynarodowa. Уважаемый господин министр, уважаемый Сергей Викторович, благодарю за приглашение в Москву. Мой визит связан с председательством Польши в текущем году в ОБСЕ. Этот визит сопровождается напряженной обстановкой. Наша сегодняшняя встреча является особенно важной. Перед нами наше спотканье, rzeczywiście jest szczególnie ważne. Mamy przed sobą rozmowy o wielu sprawach с агенды ОБВЕ. Наша встреча является особенно важной. Перед нами обсуждение многих вопросов, связанных с повесткой дня ОБСЕ. Польша в роли przewodniczącego организации сформулировала пропозицию вновения диалогу на темат безопасности европейского. Польша в роли председателя организации сформулировала предложение возобновления диалога на тему безопасности в Европе. Poprzez диалог и дипломацию можем osiągnąć wiele не только в Европе. Jestem przekonany, że wzmocnienie роли ОБВЕ powinno przyczynić się do aktywnej współpracy на zasadach określonych w Karcie Narodów Zjednoczonych, акте кінцевим з Хельсінне, карті Паризької нової Європи і істотних деціях ОБВЕ. Благодаря діалогу і дипломатії
можем многого достичь не только в Европе. Я убежден, что усиление роли ОБСЕ должно способствовать активному сотрудничеству на принципах, предусмотренных в Хартии Объединенных Наций, в заключительном акте Хельсинки, в Парижской хартии Новой Европы и существенных решениях ОБСЕ. Глубоко уфам, что омовление проблем продолжающихся конфликтов на обшаре ОБВЕ, которые дестабилизуют средовиско безопасности европейского, доприводит до дипломатичного розв'язання в духу взаємного порозуміння і шацунку. Я глубоко надеюсь, что обсуждение продлевающихся конфликтов в регионе ОБСЕ, которые дестабилизируют сферу европейской безопасности, приведет к дипломатическим решениям в духе взаимного уважения и согласия. Моем и jestem przekonany, że i pana szczególną troską są problemy, z którymi mierzą się społeczności mieszkające w obszarach dotkniętych konfliktami. Моей и, думаю, также вашей особой заботой являются проблемы, с которыми сталкиваются сообщества, проживающие в регионах, которые затронуты конфликтами. Jestem rad, że możemy się dzisiaj spotkać w Moskwie i rozmawiać. Я рад, что сегодня мы можем встретиться в Москве и разговаривать.